Друзья, всем привет! Сегодня 2 марта и хочу вам показать всходы лобелии. Высевала я 20 февраля в торфяные таблетки. Семена находились в мультидроже. Всего их было 20 штучек. В общем, по одной дроже на каждую таблетку. И вот сегодня уже всходы выглядят вот так. В мультидроже находится от 5 до 10 семян. В каждой таблетке разное количество всходов. Есть и вообще взошло, видимо, одно семя, видите? Один такой маленький росточек. Но это только в одной таблетке так получилось. В остальных так и взошли небольшими куртиночками. Это мой первый опыт посева лобелии в таблетке. Обычно я высевала ее в плошке, куртиночками. Ну, что могу сказать, понравилось, не понравилось. К таблеткам нужен определенный, конечно, подход. Следите за влажностью и так далее. Но все-таки россыпью и посева в общую плошку куртиночками, конечно, мне этот способ ближе. Но я не говорю, что посев таблетки это плохо. Я еще буду пробовать и в следующем сезоне, чтобы понять. Это нужно, наверное, сезона 3 высевать в таблетки, чтобы приноровиться к ним. Поэтому, ну, пока мой способ вот посева куртиночками мне больше нравится. Но в таблетке буду продолжать высевать и в следующем году. Таблетки, как видите, уже я присыпала песок, развела с золой и присыпала вот вокруг таблеток, чтобы не образовывалась плесень. То есть вот эта зелень не появлялась. А она у меня появилась, конечно, потому что таблетки нужно поддерживать всегда в влажном состоянии, они очень быстро пересыхают. И растений еще довольно-таки мало, здесь еще только семидоли. Но я хочу все-таки их уже пересадить в горшки, потому что уход за ними здесь нужен постоянный. Мне, в общем, неудобно, честно вам скажу. Поэтому мне сейчас легче рассадить это все дело в горшки и уже ухаживать для меня обычным способом. Спасибо. Значит, пересажу сейчас я ее вот в такие горшки, как и в прошлом году, и отсюда они уже у меня идут в высадку в кашпо. Здесь, конечно же, есть дренажное отверстие, они, мне кажется, пол-литровые, не знаю, в Фикспрессе покупала года два назад. Насыпала небольшое количество земли, земля своя, приготовленная с осени, половина горшка, и уже буду присыпать землей. Хочу высаживать по 3 штуки вот таким образом, потому что куртиночки очень маленькие, и они как раз разрастутся, и будет хороший эффект густоты. Вот таким образом я ее сейчас рассажу, досыплю по уровень таблетки своей землей, вот этой приготовленной, и все, и отсюда уже в кашпо пойдет. Но прежде чем вот так все сделать, конечно же, я сниму с нее чехольчик. Он очень легко рвется, просто только дотрагиваешься, уже чехольчик, видите, разорван. Можно, наверное, его в принципе и не снимать, но сниму на всякий случай. Видите, как легко разрывается. Таблетки неплохие, мне они понравились. Ну вот, например, есть у меня таблетки, где, сейчас покажу, всего лишь там по 2, по 3 штучки взошло. Я такие таблетки рассажу по 4 штуки вот в такие горшки. Потому что маленькое количество, лобелию я всегда сажаю, высаживаю прям хорошей куртинкой, чтобы был объем в горшке. Потому что растение такое ветвистое, тонкое стеблевое, поэтому хочу, чтобы была прям шапочка хорошая. Итак, сейчас на одном горшке я покажу, как я это буду делать. Таблетки я прям вот перед сейчас пересадкой я пролила хорошо водой, чтобы они были влажные. Земля здесь у меня своя, пролита гуматом калия. Все, теперь я беру землю. Я аккуратно засыпаю. По
уровень таблетки буду стараться. Не выше, чтобы не заглубить маленькие росточки. Кропотливая работа, потому что нужно не засыпать вот эту всю мелкотню. Сейчас, конечно же, я пролью, чтобы земля села. Здесь у меня также гуматкалия. Все. Видите, у меня таблетки, они оказались как бы чуть выше уровня моей земли, поэтому все будет отлично при поливах. Самое главное, они не будут заливаться, потому что они находятся как бы на бугорке. И красиво в этом горшочке она разрастется и будет самое то. И ни мало, и ни много. Будет пышный кустик. Конечно, при пересадке из таблеток выпадов практически у лобелии нет. Сколько пересаживаешь, столько и будет. А когда я сею россыпью, да, вот так просто семена распределяю в плошку, то выпадов, конечно, больше. Мне плохо сеять в таблетку. Не скажу, что мне не понравилось. Просто к таблеткам, как я уже сказала, нужно к ним привыкнуть, приноровиться, набить руку. И все. А так, хороший вариант. Схожесть получается у меня здесь 100%. То есть все 20 таблеток, в которых я сеяла по одному мультидраже, все взошли. Просто разное количество было их в таблетках, где побольше, где поменьше. Ну, в каждой таблетке были всходы. Поэтому можно считать, что точно была 100% всхожесть. У меня в этом году только один вид лобелии. Много не буду сеять в этом году. Ну и в принципе я очень быстро сейчас сделала пересадку. Много времени у меня это не заняло. Сейчас эту рассаду я оставлю на столе, она постоит несколько часов, а потом я выставлю на окно под лампы. А на сегодня у меня все. Желаю вам хороших всходов и всем пока!